Какая-то китайская дичь. Карбайстар Т805С. Могу модель немножко путать. Он у меня, короче, висит на заставке. Мы его вообще будем прошивать попозже. А сейчас мы ему... Сейчас я покажу, как сделать хард-резет на нем. Значит, он у меня вертится на заставке, дальше не включается. Что я сделал? Я ему зажму минусы питания. Держу 10-15 секунд, пока не вырубится. И зажимаю ему плюс и питание. Две клавиши. Из выключенного состояния плюс и питание. Сейчас еще раз. Недостаточно я держал. Плюсы питания из выключенного состояния. Подержать, пока не загорится меню из трех строчек. Recovery, Fastboot и Normal. Кнопка громкости вверх в нем перемещаться, а кнопка громкости вниз выбирать. Так, сейчас мы его заставим вырубиться все-таки. Или там резет есть кнопка где-нибудь. Нашел я у него кнопку резет. Дожму я ему сразу плюс. И зажму питание. Атака из выключенного состояния. Плюс и резет. Атака из выключенного состояния. Плюс и питание. Так, резет нажал. Плюс у меня зажат. Держу, пока не появится меню из трех иконок. Recovery, Fastboot и Normal. Вот так вот оно выглядит. Дольше обычного все это дело происходит. Кнопка громкости вверх перемещаться по меню. Навели на Recovery. Кнопку громкости вниз выбрали. Ждем, пока включится само Recovery. Дальше может загореться зеленый робот и дальше не пускать. Если вдруг не пускает, это система от случайного зажатия клавиш. Там нужно будет нажать питание, питание сработает вверх, вверх не сработает. Питание зажать и коротко нажать вверх. Вот попробуем питание. Попали в саму Recovery, если нет, то дальше по списку. В этом меню опускаемся до строчки Wipe Data Factory Reset и нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание. Опускаетесь вниз до строчки Yes Delete All User Data и нажимаем вверх. Ждем, пока доделается сброс. Вот здесь внизу последняя строчка должна быть Data Wipe Complete. Это будет значить успешное окончание сброса. И он снова перекинет вас в предыдущее меню. А в нем выбираете кнопку громкости вверх, первую строчку Reboot System Now. Дольше обычного 5-10 минут он будет перезагружаться и включится чистый. Значит, несколько моментов, которых нужно знать. Значит, во-первых, все удалится. И удалится, типа там, мелких каких-то косяков, забытого графического ключа, каких-то мелких пин-кодов, мелких ошибок, для чего-то более серьезного нужна прошивка. Ну и как бы это все полумера, по-хорошему его надо прошивать. Ну и просто я вам для видео хотел заснять. И еще, знаете, если у вас Android 5.1 выше, перед любым сбросом, перед любыми прошивками на Android 5.1 и выше, необходимо выходить из учетной записи Google. Меню настройки аккаунта, выбрать гугловскую учетную запись, в правом верхнем кнопке с тремя точками удалить аккаунт. Если это не сделать, после сброса либо прошивки он будет просить старую учетную запись и пароль от нее. На канале есть плейлист ФРП Google, возможно, там найдете для себя решение, но лучше как бы с этим не связываться. Вот, ну и знаете, что дольше обычного, 10-15 минут он включается и включится чистый. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал.